Машинист мельниц дробильно-обогатительного комплекса Борис Котельников не представляет своей жизни без Михайловского ГОКа. Он гордится делом, которому служит вот уже 35 лет, и знает все о том, как из руды делают концентрат. Наша профессия самая ответственная во всем комбинате. Что мы произвели, машинист мельниц, что выдал, то комбинат на продажу выставил. А еще отмечает, что есть личное участие в реализации такого значимого проекта, как внедрение технологии сухой магнитной сепарации. На моей секции, первые, когда освоили сухую магнитную сепарацию, это начиналось с моей секции номер 16. Это была типа пробная, и после уже запуска, что она себя оправдала, начали строить дальше. Полностью всю фабрику перереконструировали под сухую магнитную сепарацию. В канун своего профессионального праздника Борис Павлович был награжден орденом почета. Успешное решение производственных задач на каждом рабочем месте обеспечивает стабильную работу всего предприятия. Хочу отметить, что мы подошли к этому празднику с хорошими результатами, закончили первое полугодие. По результатам его все показатели выполнены и перевыполнены. Неплохо начали и второе полугодие, хоть отработали еще почти первую половину месяца. Рынок железорудного сырья сегодня, к сожалению, непростой, но прочность у нашего комбината есть. И эта прочность заключается в том, что мы неплохо обновили технику в карьере, она у нас сегодня мощная, надежная. Мы продолжаем инвестиционные программы, реализацию их. Но если останавливаться на конкретных программах, мы в прошлом году, как вы все знаете, запустили третью обжиговую машину, и совсем немного времени понадобилось для того, чтобы выйти на проектную мощность. В феврале мы уже получаем те заложенные проектные показатели, которые нам спроектировал проектировщик. Мы продолжаем инвестиционные программы, которые нацелены на дальнейшее улучшение нашей работы. Это обогащение окисленных кварцитов, это дробильно-конвейерный комплекс в карьере. Эти программы позволят и дальше держаться нам на плаву, держаться в любой экономической ситуации надежно и сохранять коллектив, и при этом улучшать условия работы, улучшать позиции комбината на мировом рынке. В канун праздника я хочу еще раз пожелать всему коллективу, каждому из вас, новых трудовых успехов, здоровья, счастья, мирного неба над головой вам и вашим семьям. На Михайловском ГОКе трудятся тысячи замечательных специалистов, преданных горняцкому ремеслу. Их высокий профессионализм, вклад в общий успех компании «Металлинвест» оценен по достоинству. В канун Дня металлурга лучшим работникам вручены награды разных уровней. В их числе благодарности комбината и благодарности правительства Российской Федерации. На этом вечере чествовали также горняков, чьи портреты занесены на доску почета предприятия. Артисты Образцова дворца культуры и техники подготовили праздничный концерт.